Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Нига, Енот. Всем привет. Всем понравилось, когда Серега был бабушкой Гренни. Себе текушки, приятного аппетита, а мы сегодня будем прятаться и выживать. Я готов, и все готовы, в принципе, можешь начинать нас мочить. Я уже слышу, что кто-то прыгает. Да. А если кто-то далеко? Ой-ой-ой, вот это нычка имбовая. Он не то, что меня никогда не найдет. Ну мы чуть посидим здесь, а потом выйдем. Я эту нычку еще помню с прошлой серии. Серега, может, эту нычку, кстати, и знает. Если вам понравилось, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Серега, я внутри, чтоб ты никого не знал. У меня самая очевидная нычка. Пацаны, вы проверяли, можно под машину залезть? Опа, спалился. Слышишь конченый звук? Да-да-да, это ты делаешь? Нет. А кто это делает? Сережня. Давай, испоганься. Чтобы вас напугать. О, в коробку марионетки можно залезть. Вот там и сиди. Серега, беги. Не-не-не-не-не. Серега, блин, зачем я сказал? Ладно, я тебя подколол. Убил васаби, скромник. Пошел. Не зря я сказал, значит. Подчесал чувака. Зачем ты удаляешь все? А шо, нельзя? Да нет, конечно. А вдруг ты в текстурах сидишь, читер вонючий? Да ну не надо, нет, я так никогда не делаю. Да, кто говорит? Слышу, кто-то ходит. Оказывается, у червячка Джима есть лапки. Я только сейчас увидел. Так, я убежал, потому что, да, нечестно сидеть в текстурах. Ты меня спалил, я в текстурах сидел. Ах ты говно. Там вот этот грибок розовый, там где автомат игровой, я там на грибке сверху сидел. Я так и знал, я бы туда никак не залез. Ну я знаю, но я убежал, я так просто приманил тебя и убежал. Испарайся. Кстати, Димасни, если ты возьмешь и прижмешься за червяка к стене возле двери, то дверь станет прозрачной. Ты сможешь увидеть, что происходит за ней. Вот. Я так давно не угорал, это реально смешно. А я по звукам слышу тебя, я в наушниках. Я убежал на улицу. Да-да-да, на улицу ты убежал, хитроза. Блин, а что так смешно? Давай, Серега, я в тебя верю. Ты сможешь. Я по звукам тебя пытаюсь найти. Ах ты, говно, подо мной пропал. И квакай. Да ладно, да... Так, Серега, что, теперь осталось... мы две с тобой бабки Гренни. Кого мочишь, да. Тут же бабка. Погнали, да, я тоже хочу уже. Меня и чумного. Так, давай, Серега, сейчас, подожди, где это Гренники? Подожди, я хочу с битой. О! Так, где мой фирменный от первого лица? От третьего. Так, Серега, я иду. Давай вместе объединяться, где ты? Вот рядом с офисом охранника. Иду. А у тебя с битой Гренни или нет? Да, походу, да. О, привет. А давай проверим, какая быстрая Гренни, вот эта или та? Может, для следующего ролика. О, еще одна. А, тут, подожди, они все избиты, я думал, там без биты есть. Так, пацаны, ну что? Я знаю, где они запрятались. Ну, где же? Так я сейчас скажу, ты убежишь оттуда. Да говори. Может, я туда прибегу? Не-не-не. Кто меня знает? Не. Пацаны, давайте заходим, ищем в офисе. Один в офисе точно шкерится. Наверное, есть. Не знаю. Я не проверял. Я ж червяк. А, ты червяк. Я червяк. Джимми. Ты, маленькие лапки. У меня маленькие лапки. Это я. А, тю, блин, Серега. А я вижу кого-то и начинаю просто гасить жестко. Так, один червяк, это Джимми вонючий. Могу дать подсказку. Давай. О, я один остался. Знаешь, что тебя спалило? То, что ты кусал что-то. В смысле кусал? Это я. А, это мой... ты? А где он кусал? Кажется, где это было? На крыше. Точно. Тут же крыша есть. Так. Все бабушки Гренни идем на крышу. Червяк Джим прыгает.
где он? Я не знаю. Мимо тебя пробежал, Сережня. А почему его так плохо видно? Глупая ты, Сережня. Я тебе сейчас дам глупую. Глупая Сережня. А вот он ты, говно, я вижу, как ты прыгаешь. Глупая Сережня, глупая Сережня. Ты что, обзываешься на него? Да. Ну кто тут глупый? Ты глупый. Не можешь догнать червяка Джима. Так, червяк Джим самый быстрый убить? Червяк. Я вообще давай. Его не вижу. Как вы его видите? Он у меня. Да а он мелкий тут... очень. Ах ты ж. Есть. Все. Я выхожу на охоту через 5. 0. Все, я вышел. Хорошо, давай, мочи. Времени нету. Хорошо, давай. Опа, спалились. Так, бабушка Гренни идет. Ходит, ходит. Ты спалился. Пошло, пошло, пошло. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Чё, там никого нету? Не, никого. Знаете, в чем прикол этого червяка? Он бесшумно передвигается по карте. Да. А тут этот лицехват, он как-то шелестит. Нет, лапами. они их можно услышать, Дим. Да-да-да, можно. На самом деле, паучок вот этот, он это потише будет. Намного тише. Слышь ли, окошко сломалось? Это ты? Нет. А кто? Ты. Понял. Кот. Да. Прикинь. Я вижу, идет. А я знаю, кто где. Кто? Кто? А ему тяжело, но реально никого не может найти. Просто ходит и все. Если я первым нашел этого скромника. Не, за такие маленькие, конечно, скины классно играть. Очень тяжко найти. Вот бы они чуть-чуть не вообще было. Спали. Цена, а чё так тихо? Серега, ты где, внутри? Да, я внутри. А ты где? Я на машине греюсь на солнышке. Тут тепленько так. На черепашке. Угу. У меня, кстати, Димас такой. Я на солнышко гляжу. Слышишь конченый звук? Это я. Да, вышла вижу, за тобой. Вижу, идешь. Тоже вижу. А что, я сильно спалился, да? Прям сильно видно было? Да, очень сильно. Ты такой прям красный. Смотри даже. Вот, смотри. Видишь? А, блин. Ага. Из-за тебя. Да. Ты будешь чужим? Да. Ага, а меня-то зачем было курить? Я чуть не подавился. А что ты ходишь тут возле чужого просто так? Я вообще был... Я же псих, ты же знаешь. Сережка. Я был возле машины. Ты внутри, да, короче, в помещении? Да. Вот вам конченый звук, послушайте. Не надо. Я стоп-сон постоянно приходится мне лупашить. Ну блин, ну зачем? Мерзкий. Я напробил сейчас. Уж... Это, конечно, у меня тебя... уж. Это бан. А чё ты тут сидишь? А чё ты сидишь-то? Димас, читер. Я не читер. Я случайно нажал кнопку, когда открывал. Хэштег Димас. Хэштег Димас профессиональный. Искальщик. Читер. Персональный читер, все с тобой ясно. Вот так, значит, ты со мной разговариваешь, да? Да. Да. Давай, используйся. Так, Серега. Они все где-то гуляют. Тебя не нашли еще, да, Серега? Да. О, слышь, я этого человека фиолетового съел. Он, похоже, опыслился и где-то в туалете сидит. Ты как всегда своих сужу. Ну, додик. В унитазе я сижу. Я прям залез туда, чтобы вы меня фиг достанете. Он врет, пацаны. Если он так говорит, он точно не. Он никогда не скажет, где он сидит. Да я потому что я туалеты смотрю, его тут нет. Он да говорит. Нет, я в унитазе, прям в дырке там. Дырки, да нет. Там скин не пролезет, оно не даст. Червяк? Он червяк же его засосало. Меня смыло, Димас, я в канализации. Все, вы меня фу никогда разбило, не найдете. Такие звуки прикольные издает челик этот. Фу разбила.
Так, так, слышь, давай подсказку. Да, Серега, давай, нет, реально, что-то тяжко тебе найти. Не-не-не-не, сдаетесь? Нет, нет, просто подсказку без дай. Без подсказки. Хорошо. Построен был такой подсказку. Я знаю, где он. Где? Где? Только в одном месте еще не смотрели. А, ну еще и скромник. Скромника ищите пока что. Да что такое, да что не... за говно, вы где сидите? Ай, кошечка моя. Так, бабка бежит. Бабка бежит. Бабушка медленная. Бабушка уже старая совсем. Серега, я знаю, где ты сидишь. Где я сижу? Сейчас я просто сначала просто прочекаю все. Если я там не буду. Ах, ты свои читы врубишь по-тихому, да? Нет. Да. Я вот там когда-то ныкался на столбе. На столбе? Ну да. Ну а ты в помещении. Говно! Заметил меня что-то. Да? Серёжка! Нет. Оля. Ты такой вкусный. Я не в посуде. Так, кого еще не нашли? Скромника. Максимальная сложность. Я возьму паучка. Я буду павуком. Ой, павука глючит. Вот тут не искали еще. Павуку плохо. Павук сломан. Я застрял. Бывает, бывает. В жизни огорчения. Я тебе ему помог. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Сережник, как всегда.